Единый день безопасности ребенка с участием скорой помощи, пожарных, полиции провели в летнем лагере 5-й школы. Продолжение темы в нашем репортаже. Давай, нажимай! Полное погружение в свою профессиональную деятельность обеспечили детям сотрудники служб, приглашенных на праздник. Мы попробуем за 20-25 минут мастер-класса, организованного совместно с ОВД, с пожарной частью нашего города, со службой скорой помощи, с хендлерами. Мы с театром «Иллюзион», творческая часть будет, окунем их в действие при чрезвычайных ситуациях, потому что о них нельзя забывать даже на каникулах. За 20 минут отдыхающим в лагере ребятам показали, как правильно накладывать шину, регулировать движение полицейским жезлом и даже защищаться щитом во время уличных беспорядков. А затем попросили детей рассказать своим сверстникам, что нового они усвоили. Нас научили, как нужно правильно класть гипс, накладывать шину. Нас учили, как правильно фиксировать ногу при переломе. Нам рассказывали про бронежилет. Он, конечно, очень тяжелый. Он весит 12 килограммов. В нем нельзя бегать, и он не пропускает пули и ножи. Но если его ударить в бок, то можно, да, пораниться. Говорили... Как обращаться с огнетушителями и как тушить огонь. А как пожарную службу вызывать? Я вот не знала. Нужно набрать номер 101 или 112. А это что означает? Это означает стоп. Одно дело слышать от нас, взрослых, а другое дело услышать от взрослых и воспроизвести информацию. То есть это тоже интересно на самом деле. Такого интерактивного урока безопасности в городе еще не проводилось. Главный организатор мероприятия Татьяна Гребенкина сегодня за свою инициативность даже получила медаль из рук лобнинских пожарных. У нас в городе есть одна зажигалка, да, которую мы никак не можем потушить. И я, честно говоря, счастлив, что такое есть. Татьяна Сергеевна Гребенкина организовала такой праздник, да, в том же рядом с ней дворе, она у нас выиграла конкурс «Лучший пропагандист Московской области». А в этом году у нас наша пожарная спасательная часть празднует 40-летие со дня своего строительства. И поэтому хотел бы от лица всего нашего коллектива наградить медалью 82-й пожарной частью Татьяну Сергеевну в честь всех наших праздников. Не буду пристегивать. В Дне безопасности ребенка приняли участие около 250 детей из летних лагерей 5-й и 1-й школ. Помимо работы с чрезвычайными службами, ребята также были заняты в творческих мастер-классах. По окончании праздника для своих сверстников и гостей они устроили небольшой концерт. Мы на свет родились, чтобы радостно жить, чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить, чтобы улыбки друг другу дарить и цветы, чтобы исполнили в жизни все наши мечты. Никита Панин, Алексей Орлов, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».